И вот, 6 декабря представители клуба «Новосибирск» привезли праздник в школу-интернат, где собралось уже более 140 детей. Самой незабываемой частью шоу стали интересные опыты и эксперименты с жидким азотом, а также фееричное шоу мыльных пузырей. Аниматоры из праздничного агентства «Смайл» показали детям, как добывать и приручать огонь, загадали желания, а для их исполнения даже отправили в космос настоящего джинна из колбы. Но чрезвычайный восторг у особенных ребят вызвало необычное крио-мороженое, которое изготавливалось прямо на месте. Спасибо вам большое, мне очень все понравилось. В конце представления каждый ребенок получил сладкий подарок, а сама школа-интернат приняла в дар два новых мягких дивана, которых, по словам директора коррекционной школы, так не хватало в корпусах интерната.